Всем привет, товарищи! С вами снова Иван. Как вы помните, в предыдущих видео я показал обзор модели Mi 8 MSB и запуск данной модели. В сегодняшнем видео я покажу взлет. Для начала выбираем, откуда мы будем взлетать. Мы находимся в аэропорту Киева. Так, взлетаем с ракетой ВПП. Мы находимся в аэропорту Антонов. Запрашиваем взлет. Видим, у нас немного стрелочка отклонилась, так что устанавливаем снова барометрический высотомер. Извините, что немного звук просто немного убавил, он немного у меня подлагивает. Все, мы запросили взлет. Вводим правую коррекцию кнопками Shift плюс F3. Аккуратненько увеличиваем газ, ручка шаг газ. Потихонечку. Сейчас на это вам продемонстрирую. Поставлю вид вот отсюда. И дополнительный вид из кабины экипажа. Давайте перейдем на место командира. Все, ввели коррекцию. Аккуратненько. Я буду показывать такой вот вид. Аккуратненько. Что у нас у них взлетать? Сейчас давайте. Аккуратненько берем. Немного на штурвал, немного работаем педальками. Вот. Штурвал немного от себя. То есть потихоньку, чтобы он прилетел немного штурвальчик от себя. И работаем педальками. То есть желательно я вам рекомендую играть от джойстика. Аккуратненько. Немного превысили скорость.
как-то вот так вот у нас получилось взлететь. В следующем видео тогда я вам покажу посадку и основ. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, нажимайте на колокольчик, всем спасибо и всем пока!